Всем привет! Всем привет! С вами Дрожа и Пират, и мы продолжаем проходить Эпик. Да, кооператив! Да, в кооперативе. Там, короче, много было всего написано. Эй, Пердун. Пердун! Стрельни в него чем-то. А нету. А. Он же лук забрал. Го! Что-то лук забрал. Куда побежал? Там стенка. Невидимая. Да, кстати. Через 8 долгих часов вы наконец подходите к стенам небольшого замка. Что? Ладно, мне влом читать, все, я побежал. Это на escape скипать быстро. Я научился. Би-би-би. Чё? Би-би-би. Чё теперь? А ничего теперь, прыгаем. Прыгаем в это. Как это, колодец. Вещи, да. Все ваши сессии привязываются к вашему персонажу. То есть вещи к сессии привязываются к персонажу. Подождал, блин, пока я спрыгну и... Ну я не знаю, я решил не прыгать. Вы решили прыгать, ну окей, ладно. Мы ж команда. Все вместе прыгаем. Ну не все вместе же умираем, значит. Какого хрена я... Вот это вот вопрос. А ты чё, жив? Да, я в воду упал. Аж чё там внизу? Ничего, просто вода. Вот единственный, кто не зацепился, я не понимаю, вроде прыгнул минус толпы, потому что ни хрена не видишь свой персон. Да. И чё, всё будет? Значит, мне надо... Я буду булавы, так как я и говорил, буду, значит, с булавами, копья, луки, посох и жезлы. А может мне магом быть? Я магом не был. Они здесь мощные довольно. Огонь я лёд... буду этим с топо... А, ё, я забыл! Я забыл совершенно, тут же надо вверх нажать, чтобы в этом. Ну да. А, вот почему я не зацепился. Да. Блин, я не играл в Эпик, я не знаю, с год, наверное. Так что... А ты кто? Я? Да. Вопрос. Привет, меня зовут Жека. С кем я тут играю? Финкет, с кинжалы. Ну, кинжалы я не хочу, потому что у меня уже есть персонаж с мечами. Я прошел игру, значит... Булавы, топоры, копья, луки. Луки. Луком я тоже пользовался, посох и жезлы. Свет, защита, исцеление. Ну ладно, буду с булавой. Все, я булаву решил. Все, я решил. Я буду булава. Вау. Блин! Да-да-да. Куда он патроны тратит? Че, ну так он-то... Он на... Я не могу сказать. Чё ты делаешь? Не могу сказать. Говори. Не могу. О, это же, слушай, шикарно владеть булавой, знаешь чем? Чем? Тем, что тебе никогда не надо ее менять на булаву. Я никогда не менял, топор самое такое актуальное. На булаву, чтобы разбивать эти ящики. Топор это между мечом и булавой. Средний. Это реально самое, наверное, такое сбалансированное здесь. Идите! Твой! Куда идти? Как я остался жив? Сыграл на краюшке. Я-то умер. Жесть, просто жесть. Блин, а мне снова бежать? А, вот и я. Подождите меня. А, я вас... Окей. Ты пишешь, что я в какой-то... В ловушке. Зато я все пособирал потихоньку, пока вы тут. Давай, лучник. Ой. Скажи ему, что в приседе можно стрелять. Куда он побежал? В приседе пусть стреляет. В приседе самое лучшее. Ну, в плане того, что он достает туда, куда ему надо. Я так проходил. Вот эти, помнишь, ты парился насчет того... Шлемов. Огненных, да. Когда они тебя видят, а ты еще не успеваешь прицелиться, они тебя уже видят. Помнишь? Ага. Вот, это в приседе всех убивается. Они так тебя не видят.
Блин, я один пошел куда-то не туда. А, не успел взять. Чё тут? Блин, все забрали, я зря сюда возвращался. И тут я все пропустил. Вот этот самый ненавистный. Да ё-моё, я не успел. Еще и жабы. А, я ща умру. Лучник, хренач, лучник, давай. Лучник стоит, ждет, пока ты его убьешь. Так, у меня нет жизни. Да, есть. А? О. Забегем. Так. Ой, блин, у меня все. У меня осталось-то почти не осталось жизни. Стойте, дайте мне. Спасибо. Оп. Ну, все. Мне нужно срочно магию восстановления жизни. Где ее достать? Спасибо. Хоть одно лечебное зелье и мое. Так. Так. Опа. Просто пробежать можно. А тут можно было просто пробежать так. О, супер. О, супер. И чё там? Ну, видно ж в логе игры. Волшебный порошок. Нет, мне пишет, что мне дало. Почему да, да, я? Да. Лучник, где ты? Он там с этими дерется. Воу-воу-воу. Так, семерочка. Давай, стреляй в меня. Восьминог, ты чё? Смотри, я что происходит с этим долбаным восьминогом. О, хорошо, что я здесь засейвился. Ай, да как? Доспех поврежден, шикарно. На тебе по башке, сту глупый дракоша. Слушай. Да ну, я прыгнул прям под этот. Так. Стой, блин, меня попало как-то. А, я сейчас сдохну. Стоп, это не ты сдох. Да. Оу. О, он сюда, он туда дальше пошел. Кто пошел? Этот, Василиск. Нет, я с ним дерусь. Сейчас он меня убьет, походу. Вау! Ау! Какашка! О, у меня она зависла вверху. А у меня упала. У тебя упала какашка? Ну, это я упал. Ты какашка? Нет, я. А куда мой гриб делся? А, это ж, блин, это было в прошлой игре. Жизнь. Вспомнил, что было три. Встреча, телепортирую вас в ближайшем сидящую. Ага, понятно. Навык владения мечом, навык топора. А, ну-ка, как это работает? Оу, круто! Слушай, эти, как его? Ну, то, что нам дали в прошлой серии за победу над тем боссом, оно офигенно дамажит. А, этих? Угу. Я понял. Тыквы. Тыкви, да, тыкви. Это прыгучая тыква. Кстати, этих двоих, если убить лучнику, то что? Жека, иди сюда, налево. Если убить этих двоих, то тут откроется лестница. А, я принял урон на себя. Бей его. Бей его, я говорю. Я буду урон на себя брать. Да хрена танк? Я ж паладин. Ау. Да ну, я прыгнул на лестницу и упал с нее. Бред. Бред. Ты умер за компанию. Да чисто поржать. Ага. О, почему я стою на месте? Я не знаю. О. Двигайся. Я не могу пройти.
Я завис, я стою. Вот ты двинулся. Где? Я стою. Это не я, это пердун ходит. Я стою. Фу! Твою... Я на тебя смотрю, думаю, что здесь двигаешь. Твою мать. Ну, что за хрень? Я такой смотрю, а ты увидел себя, что ты делал. Офигеть. Ой-ой-ой. Ой-ой-ой, зачем я прыгнул? А я вообще-то... Окей. Блин, я этим щупальцем не наношу вообще со своей дубиной ничего. Слушай, надо тыквами. Тыкву хренач. Тыкву, а, да, хренач. давай. Использовать. Блин, не могу. Я не могу прочитать ее в этом. Когда я в ловушке. Все, я сдох. Надо как-то ее туда сбросить. Давай быстро ее. О, супер, ты успел. Потому что когда эти щупальца тебя берут в свои объятия, ты не можешь вообще ничего делать. Беги! О боже мой, ты чуть меня не оглушил. Ауч! Ауч! Принимаю удары на себя. Что здесь происходит? Да это я кинул эти. Тут, кстати, Василис снизу. Сколько... Твою мать. Шикарно, я сейчас сдохну. И я сдох. Чувак. Пока. Встретимся там. Да, на той стороне. Эти штуки офигенные, надо на боссе пустить. Ну да. Внизу они будут реально чистить. Там же помнишь этих взрывающихся? Так я тебе и об этом и говорю. Эти офигенные штуки. Тут нам пердун поставил эту защиту. Так, что мы делаем? Что у меня тут в инвентаре? Ага, всякая чушь. Стрелы. О, есть стрелы, надо ему выбросить. У меня так, а чё вы не пускаете? Быстрее бы убили. Да я пустил. А, нету никого? Ну ладно, еще раз пущу. Перепрыгнули так. Быстрее убьем просто. Я пустил. У меня всего 24 осталось. Так быстрее будет просто. Я тоже так хотел. Угу. Но хотеть ничего не вышло. Хотеть не вредно. Вредно не хотеть. А вот жизни ваши. Ща мистер Пердун помрет. Ой-ой-ой. Хватит меня замораживать. Ох, ну как так играть? Он меня убил. Что-то там не прошел? Меня убил Василиск. Блин, они такие жесткие для этого второго уровня. Да ё-моё, грёбаные управления с клавиатуры. А ты играл на геймпаде? Нет. Ну вот, тогда бы ты так не говорил. О, я нашёл... На геймпаде, наверное, поудобнее. Там, кстати, есть этот тайник. Конфетка. Пока заклинание вашей раны будет медленно исцеляться. Я нашел конфетку. Где тайник? Да, вот тут есть тайник. У меня тоже есть конфета. Еще конфетка. Откуда они тут? У меня уже три. Ага. Три конфетки, шикарно. Иван. Да иду я, иду. Че вы? Тут дверь какая-то. А тут уже Жека поселился. Да. Я буду часто вздыхать и бегать мне ближе надо. Так, все, я тут. О, поздравляю, Жека. Да, я в курсе. Я же ближе. Подождите, не прыгайте. Я же ближе, мне чаще вздыхать. Ну, мне ближе бежать. Не прыгайте вниз. Так мы не прыгаем, мы ждем тебя.
Я стену попробовал на вкус. Да ё-моё, грёбаные... Да! Грёбаная гравитация! Я чуть не упал! Да! Блин, я тут бомбу поставил. Оставляй бомбу, не пригодятся. Ой-ой-ой, кто-то попал. Он надеется. Смотри, он убежал. О, так оно сейчас вернется и убьет эту крысу. Уверен? Ага. А где оно? Вот именно, оно там или мне прыгнуть? Да, да, вот прыг, так. Прыг. Не видно, да? А вот, идет. Вот он, да. Ха-ха-ха. Не знаю, что это будет. О-о. Жека, Жека, живи! Не успел убежать. Я успел. Я пустил эту штуку, но сдох. Я вообще целенький, я не знаю, как я тут выжил. Я без понятия. Там просто и была возможность прочетерить. Он раньше взрывается. Да ё-моё, вот ненавижу вот эту штуку. Так, что дальше? Ты еще там. Там босик дальше чуть-чуть будет уже. Ну почти, мы уже там прошли дофигища на самом-то деле. Ооо, я попал. Что тут? Воу-воу-воу-воу-воу. Бей их. Самый крутой вариант — выйти, поставить бомбу и убежать. О, подожди. Успеть. Сейчас сделаю. Только надо успеть так, чтобы их было как бы мало. Ага. 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 Да того... Ага. Сейчас я напишу бомбу. О май год, сколько мне бежать. Зря я туда заходил. Надо было сразу возвращаться назад. Стоп, я все бомбы потратил и ни одна не загорала. Печаль. Ни одна не взорвалась. И я все потратил. О нет, со мной гонится синяя фигня. Или тыкву можно было. Так а этот, юзнули что ли? Кто кого юзнул? Что? Хм. Странно, а где еще? Кого-то не убили. И что тут дальше? Подожди, я что-то не помню, что тут дальше. Че, вы пришли? Ну мы убили их, да, и че? Всех? Нет, блин, по половинке оставили. Ничего не происходит, что-то там я уже сверху. Забыл, что тут. Походу, да, они там сверху и... Вон, вон. Есть. Одна грёбаная, блин. Блин, тут ничего. Ой, я упал. А чё тут за дверью? Я посмотрю. Я всё равно. Так, за дверью у нас мистер. Окей, я один ещё не поставил себе гробик. Дайте мне поставить, дед. А то я буду сюда бегать 100 лет. И где вы там? А, ну ладно. Воу. Не спрыгни и кинь эту семерку. Ну, у меня на 7 это. И, кстати, мне дальше всех бежать. Не умирай. Я не могу. Это что, не Dark Souls? Они убили ее. Слушай. Да ё! Я думал, успею нет. пробежать. Я думал, затылок успею пробежать, если честно. Думал, не успел. Да. Ладно, я не буду дохнуть. Мне нельзя просто. Не дохни. Не надо так. Максимум одну, да, можно этот череп запустить? Не, сколько О. хочешь. Хорошо. Не буду. Да ё, я падаю. Давай.
Вот и все. Хорошо, ты сдох? Да. Зачем? Я тут еще могу сдохнуть по дороге. Почему? А что там? Осталось, что ли? Ну да, тут остался один этот. Но, к счастью, я его пробежал и всего лишь заморожен. Ну блин, как тут... Как меня бесит это прыгать. Прям надо с самого уголка. Угу, это тоже. Я всю карту пробегаю уже офигеть сколько раз. Я ее уже наизусть выучу. Так, 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 так. Ну зато вы там хорошо зачистите, да? О, мистер Пердун третий уровень. Да, я сдох. От валуна. Эй, я... а что меня ударило? А, вы тут лягушку оставили, что ж вы такие? Там до хрена лягушек на самом деле. Что ж вы за собой не прибирай? И чем это? Зачистка канализации, блин. Марио! Марио! It's me, Марио! Oh my god, я снова упал. О, все сначала. Продолжается. Я тут просто бегаю. Давай, 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 беги, беги, беги. Окей, 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 супер. Телепорт to me. Ага. У меня нет телепорта. И он близкий, просто шикарный. Офигеть, сколько вы лягушек оставили. Это все мне? Угу. Спасибо. Да, обращайся. Ну? Чё ну? Ранки гну. Я не могу. I don't have телепорт. Блин, хотел написать на... I don't care what you have. What you what have. You. What you. А, точно. Тут же нормально. Мы... Я решил не бить, думаю, ладно, не буду бить. Кого бить? Почему я не мог это взять? А, окей. О, кстати, мне топор выпал. А, мне молот выпал. Ты же на молоту, да, у нас? Да, я пошел собирать тоже все. Я молот тебе выброшу. Иди сюда. Подожди, возьму тут все. Вот, молот, возьми. Иду, 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 иду. Все. О, все. Меч есть. Так, молот, что за молот? Скорость минус один. -86 урона зато. Так, топоры, мечи. Мечи, топоры. А, фигня, выбрасываем. Это тоже, думаю, выброшу. Ладно. А вы где? Ё-моё, я пока тут в инвентаре шарил, а те уже исчезли где-то. Эй, ау. Мы тут. Мне посох выпал. И кольцо даже. Где вы тут? Вот туточки. Ой, а что у меня с камерой случилось? А что он мне так... Блин, как отдалить? Да-да-да, там есть какая-то кнопка, но никто не знает какая. О. У. Я сейчас умру. Ну мы вошли в дверь. В какую дверь? Я вообще упал. Куда ты упал? Я все сначала прохожу. Зачем? Почти с самого начала. Там, где. О, там, где твой респ. Шикарно. Да, да, да.
Да потому что вы меня не подождали, все. Да вот где мы лут собрали, там лестница вверх появилась. Да, я не видел, я вниз пошел. Нахрена? А потом упал. И теперь посмотрите. Посмотрите на карте, где. Можно? Какая там карта? М. Карта недоступна. А мне доступна. А мне нет. Иван! Телепорт. Нету. Дай. Дай. День. Да, день. День. Целый день телепорт кастуется, прикинь, 24 часа. Ну зато идти не надо. Шикарно. Лучше плохо ехать, чем хорошо идти, да? Так, ну что ж, вы там что делаете? Я, наверное, пойду в другую сторону. Тут еще есть. Давай к нам, тут сюжетка. Ну подождите тогда, я уже бегу. Тут лягушек много, кстати, ща будет. Блин. О, смотрите, как они прикольно стоят все. В рядочек? Да. Жека, пригнись. Шикарно. Пригнулся, но... И толку? Он к тебе телепортироваться хочет. Да, о да, он убежал и телепортировался. То есть он телепортировался от меня, потом убежал. У меня-то телепорт, кстати, есть. Это я должен пригнуться, кто-то ко мне телепортнуться, даст один телепорт, и мы телепортнемся туда. Но я уже почти добежал, так что не парьтесь. У меня один всего телепорт. Ну вот, поэтому не надо. Все, я добежал. Я уже в той комнате, почти поднимаюсь по лестнице. Да, я иду к вам. Во, это что? Тук-тук-тук-тук-тук-тук. Где тут? Вот она, лестница моей мечты. Я иду, 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 я... Вот тут дверь. Вау, что тут у вас? Тут все облутано. Вон, возьми кольцо, да. И все. Мясника. Все? И все? И это я бежал? Шикарно. Пошло это кольцо. Оно мне вообще не нужно. Серьезно? Все, ты где? Я ушел. Нам в другую сторону. Да вы чё? А я не туда хотел идти. Ё-моё. Что я... Что здесь происходит? И теперь мне снова все сначала приходить. Ха-ха. Круто. Как я люблю эту игру. Как я ненавижу вот эти вот с конца прыгать. Вот промахнешься на миллиметр. Все, пипец. Я уже к тебе добежал за то время, пока. Да я дважды упал, блин. Так это только у тебя ХП вообще почти нет. Бегун. Я знаю. Да блин, я тут уже эту всю Колизей, этот подземку три раза пробежал. Какие три? Пять раз уже полностью всю от начала до конца пробежал. Ну все, можешь экскурсии водить. Я спринтер какой-то, блин. Ученик. Черепашки-ниндзя. О, слушай, мы черепашки-ниндзя. Блин, ну на последнем, ну как так? Знаешь, прыгал тут, где эти. Кстати, тут как-то надо одному, получается, сверху убить вот этот глаз. Давай, ползи наверх, я скажу. Только как вверх? Так я не наверх. Помню пути наверх. Я не помню пути наверх. Так разбей дверь. Где? Не помню. Тут где-то должна быть дверь. А, все сюда должны встать. Ждем пердуда. Ну, хоть раз не меня. Ну хорошо, я пойду, только я не уверен, что я попаду. Я тебе скажу, когда надо прыгнуть. Когда оно откроется. Я понял. Так, а как понять, что оно открыто или закрыто? Ну, он маленький сейчас. О, все, вот, да, можно прыгать. Подожди, я еще не дошел. А все, уже нельзя. Ты чуть-чуть тайминг рассчитывай, чуть заранее, прежде чем оно открывается, говори. Потому что я долго лететь буду. Окей.
тут есть какой-то тайминг? Нет, тут никакого тайминга. Есть. Что-то оно долго. Ты готов прыгать? Эй. Да. Готов прыгай. Ага. Красава. За мной там. Да-да-да-да-да. Я напишу. Да не, он за мной будет прыгать. Он пойдет за мной и будет прыгать. Да, но пока ты напишешь, пока он прочтет, пока все такое. У меня уже готово Enter только нажать. Так. Готов. Окей. Как... Мне можешь говорить, не писать. Я понял. И не прыгать. Не прыгать. Прыгай! Да как, рано? Да ладно! Вот серьезно. Вот серьезно. Ну! Стоп. Я ж написал был. Наверное, это так и задумано, чтоб написали люди. Гоу, давай. Блин. Не успел. Я готов. Окей. Проще было бы взять магию и пострелять вверх. Если это было бы возможно. Или лук. Ну нельзя. Оно не будет. Нельзя, да, слишком вверху. Гоу! Есть! Красавцы! Дабл удар! А, я запрыгнул. О-оу. Так. А, стоп, тут же можно вот этих. Пока не добегут, блин. Нет, одного максимум можно. Видишь, твой тот исчез. Двоих, да. Нет. А у нет. Меня один тут прыгает наверху. Просто. А нахрена ты его упустил тут? Просто мне нравится, как он прыгает. Ты что, не нравится? В общем, двоих можно. Ой, я нашел свиток, встреча. Я так и знал, что там есть что-то, но я тебе не сказал об этом. Там есть еще что-то? Нет. Есть. Слабое зелье восстановления. Блин, сундук! Ну ничего, зелье восстановления тоже неплохо. Утешай себя так, да? Да, там сверху резалка, кстати. Я пошел на вес. А толку там одна вроде бы. Чё? Тебе надо там. Там. Серьезно? Где, тебе назад надо вернуться. Какие? Помнишь же, где этот тут пердун? Тут есть красная фигня. Тут больше. Тут не одна. Тут больше. Тут даже для тебя есть. Там три что ли? О. Там четыре. Четыре шикарно. Как красная фигня. А. Что, и все, они поболтали, и все. Но мы даже не читали, что они болтают. Так, постой-ка. Как тут это? Стрелять надо. Ну, желательно. Куда стрелять? А вон, видишь глазки. Блин. Мы, кстати, с Хантером вроде так и не добрались до этого сундука, я вот не помню. Мы сейчас попробуем. Куда стрелять? О, у меня эти есть. Что нет? Он не прыгнул не туда. У меня лук есть тоже. Я тоже лукарить буду потихоньку, по чуть-чуть. В сторону. О. Чё выпало? Это моё. А вы где? Что ли вы... вы без меня хотите уйти? Ну ладно. Я хотел сундук попробовать достать. Да, его там долго мучиться будешь. Все. К
готово, готово. Опа, а тут изменили локейшн. Да тут вот этого бугорка босс. Не было. Вот этого бугорка не было. Тут было сплошное. А его сейчас и не будет. А, да? Во, точно. Так, А это общее количество. Три на каждого, на одного, да. Ладно. Я тоже буду. А я чё, тут бегать должен? Да. Не пугайте меня так. А чё мне в него бить? Стой там, стой там. Стой там, шикарно. В тебя нацелились и через тебя бьём. А давай, теперь убегай. Почему? Сейчас он будет спускать своих, не? О, стой, ладно. Он тупой. Вау, вот это урон, слушайте. Цельтесь на меня, давай, 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 бей его. Чё он стоит? Лягушка, лягушка. Ой. Лягушка, беги. Бом, не осталось у тебя. Нет. Ща мы его завалим. Ух ты ж, ё-моё, сейчас умрет кто-то, мне надо кушать. Прикройте! Нечем, чем мы тебя прикроем. Так стреляйте по этим мышам. Мочи его! Я сейчас сдохну. Фух. Хорошо, что все лягушки пошли туда. Да хорошо, что их вот эти штуки еще мочат. Ну да. Давай! Снова пердун, пердун, что там, что он не бьет? Может, у него стрел нету? Да, верно. У меня тоже кончились. Ну, красавцы, и что делать будем? Вау, кто там на нас... О, да, твою маковку! О, поставь, поставь бомбу. Ну, ладно. А, долго. Давайте, давайте, ребят. А я что тут стою? Я самый умный. Ладно, я пошел с вами. Бомба. Так, ну чё, сыграем с вами в игру. О, я уровень поднял. Аналогично. Я не могу про... Блин. Пират, иди туда стань лучше, я буду с луком бить. А хотя все уже. Готов. God damn it. А, не будет опыта, дропа. Как не будет? И пошли сюда на лестничку, и тут у нас 100 дропа. Хи-хи-хи-хи-хи, мой дроп. Ой, блин. Да я. Лол. Офигеть, тут еще подниматься и подниматься. Там ключ вроде дадут. На какой-то новый локации. Тут надо ждать. Тут надо ждать, Иван. А он там этих разбивает. Запиши ему, пусть идет. Он убивает там этих летучих мышей. Я написал ему ТП. Ну типа он ТП. А ну присядь, присядь, пожалуйста. Я пока это уровень себе повышу. Персонажи, булавы, телосложение. Иди сюда. Что? О, а как ключ достать? Вот оно! Вот оно зелье моей мечты.
И никто, никто не решился идти рычаг дергать. Оу, посох магии исцеления. Аметистовый дельфин, это что такое? Да тут все смогут взять, так что не переживайте. Вон там подобрал? Книги? Нет, я еще тут не собрал. О, лут! Лут. Шикарно, у меня есть дельфин. А нам еще вот той стороне надо ключ. Как ключ? Ключ красный ключ. Иди сюда, иди сюда. У кого есть красный ключ? Надо красный ключ, и тогда мы сможем это. Надо найти красный ключ. И там с другой стороны еще больше вот это. Блин, а чё без брони-то? А чё ты галика-то? Ну ладно, если ты уж пошел, то окей. Ага. Ясно. Идите ко мне, ребят. А стой, давай, присядь. Присел? Ну. Я тебе помогу. Чё тут? Ого. А что это? Подожди. Он будет телепорти? Твои! Ко мне можешь телепорти. Так, ты сел? Угу. Окей. Так, что у меня за кольца? Защита от стрел плюс 9, снарядить. Да ладно, я вообще-то прыгнул до того, как он до меня лаган этот. Так, Shift 7. У меня есть ключ от города. Шикарно. Чё? Ты можешь у него стрельнуть или нет? Могу, сейчас подожди. Ой, там осьминог. Ха-ха. Молодец. Пока. Чё ты делаешь? Защиту перед собой ставлю. Сколько у тебя стрел? 15. А, даже не хватит, чтобы его убить. Так, надо придумать, как тех внизу убить. Надо им кинуть одну штуку эту. Блин, я сюда больше не попаду, если умру. У меня уже нету свитка. Я тоже. Кто-то должен... Смотри, последний. И чё дальше-то? Жаль, этих нельзя скидывать, смотри. Оп! Так, подожди, у меня есть же копье. И чё? Зачем тебе копье? А, ты хочешь достать? Да, блин, ну как это резкий слушающий понос. Ну, одному придется умереть. Главное сейчас осьминога убить, а там посмотрим. Постой, где лучше спрыгивать? А зачем осьминогом? Я думаю, всех надо убить. Ну ладно, давай. Так, ты подойди тоже к углу, попытайся тоже его ударить, когда он проползает мимо тебя. Только не упади. Подожди, где мы? Подойди быстрее, 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 быстрее. Подожди, я это надену копье. Куда он полез? Он дурак. Он вообще дурак. И не лечится причем. 200. Че ты там выпил? Ну, ты тупой восьминог. Че он делает? Фиг о, знает. Слушай. Ну. Ну, как Варик, ну видишь, он не идет сюда. Давай бей, 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 бей. А давай мы отойдем, может он и потому не идет, потому что мы там стоим. Мы какой-то не видим, что ли. А-а-а. Говнарь. Да и что делать? О, слушай. Он упал вниз тоже. Да-да-да. Как знаешь, ты пролез? Кто пролез?
Да мне пердун пишет. О, лягушки сюда прибежали. Как? Не знаю. Воу. Слушай, я тут что-то открыл. What the fuck? Oh, what the fuck? Чё ты там дошёл? Тут пипец просто какой, и тут умирать нельзя. Слушай. Блин, а я туда к тебе не попаду уже. Ё-моё, тут так круто. Сволочь ты. Тут так я круто? Сдох. Да ладно. Серьёзно. Да. А я упал. Все, действительно все. Все умерли. Конец. Игра престолов. Да иди, иди в ту жопу, игра, я опять упал в самый низ. Я хочу этот сундук достать. Телепорт to me. Mm-hmm. Обязательно. Нету. Это ж я рассказывал, как ответил человеку. Don't starve. Меня спрашивают, типа... Русский, я ему пишу, вот, транслитом, нет. Он мне пишет, жаль. Откуда ты, типа, тоже транслитом? Стоп, а где ты? Да все, мы прошли, по сути. Надо через двери выходить. Чтоб ты засейвился там. О. Dungeon completed. Ну все. Будем заканчивать. Ну да. Я уже тоже бегу прям на всех двигателях. О. Я прыгаю по этим штукам вверх. Ну, да. Давай прощаться. Может. Это там по этим штукам падать можно вечно. Глаголь. Что ж, ребят, на этом все. С вами был Дрожа и Пират. Если вам понравилось, ставим лайки, подписываемся на наши каналы. Всем пока. Пока. О, тут можно выйти. Exit.